Так, друзья, продолжаем. Следующий гонг, следующая команда КВН «Калифорния». Аплодисменты. Друзья, мало кто знает, что в нашей команде было 150 девочек. Все мы их выгнали, давайте их вспомним. Катю, Машу, Карину и Наташу. А за что Наташу выгнали? Да она с нами только в Турции выступала. Зиту, Киту, Марину и Любашу. Любашу? Почему Любашу? То есть то, что у нас были Зиты и Гиты, тебя никак не смущает. А почему вы? Ксюшу, Олесю и Ульяну. В смысле Ульяну? Я же еще в команде. А, мы тебе еще не сказали! Сюрприз! Теперь мы вчетверо втроем. Ульяна, отойди! Раз, два, три! Девочки, что мы ее выгнали? Теперь мы не поющая команда. То есть с тобой были поющие? Да мы и без нее можем. Девочка, мы севера. Девчины, да, и теперь патина где-то лежит. А почему лежит? Ее вообще тренинг стихально закопать могли. Давайте другую песню. Холодец, геройчик, погляди. Ты его пьешь, а он трясется. Обязательно пить. Можно и шлепнуть. А если шлепнуть, то это уже 50 оттенков серого. Песня гастарбайтера. Отсюда умираю. Тополиный пух. Апши, апши. Сезонная аллергия. Хватит, это актуально, пора повечь нам. Каждый маленький ребенок, что родился, да не станет все равно. Там же не будет, переедет он в Москву. С чего вы это взяли? Я сейчас тебе докажу. Что девушки бывают не только дерзкими. Стоит у бара, пьет коктейль, я ее цепляю. Привет, поехали ко мне? С тобой я умоляю. Твои планы на ночь провалились в трезво. Видишь, ты что такая трезвая, а? Мы встретились в кресте, ну что, погнали с бара? Ты что, забыл? У нас же вторая пара. Сегодня аттестация, надеюсь, дать получится. Слышь, ты что, реально учишься? Проснулись после бурной ночи, она забиралась. Эй, малыш, тебе точно все понравилось? Да ты не очень, фильм смотрели интереснее. Слышь, ты что такая честная, а? Я очень модная чекулина.